Песни, которые мы всегда играем, почему-то я всегда об этом говорю, что мы всегда играем. Что, а сделай, как ты начнешь? Раз, два, три. La 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 la
Казахстане. И иногда нас можно услышать, ну, в ближайшее время нас можно будет услышать 9 января в таком виде, где-то в ближайшем Подмосковье. В таком? В Раменском, по-моему. В таком? В акустическом? Нет, в нормальном. Нормально. При таком составе мы только здесь последние. Вот Катя Чеплыгина пишет, что она как будто заново привыкает слушать акустику. Как будто слушает старые записи. Не надо привыкать. Может, еще одну песенку? А тут уже некоторые спели три. Просто я сегодня не очень как-то в голосе, но... Ну, давай. Такой оптимизм у Екатерины Чеплыгиной. Тут не знаешь, что будет завтра, она 9 января собирается увидеться. Вообще не в наших традициях быть планировщиком. Ну, это надо. Ну, да. Да-да-да, смешно. Больше песен, чем хотели.